Приветствую. Что хочешь купить? Покажи мне свои товары. Я хочу сыграть в карты. Хорошо, что подождет меня. Плохие нынче времена. В такие дни добрая броня прежде всего. Хочу взглянуть на твои товары. Не хочешь сыграть партию в гвинт?
чем справился. Нет, здесь все. От обручей для бочек до мечей. Но надо полагать, тебя интересуют только мечи. Ну, показывай, что у тебя там. Не хочешь сыграть в карты? В гвинт, к примеру.
пасть, как дед. Эта башня проклята. Она гнев богов притянет. Слышишь звук? Это боги скрипят зубами. Значит, время войны. Время мечи точить. Кто вас поведет после смерти брата? Чтобы бить черных, короля не нужно. Нет причин ждать. Покажи мне свои товары. Работа у тебя тяжелая. Не хочешь передохнуть и сыграть в гвинт? Приветствую. Если нужно оружие, с удовольствием для тебя что-нибудь сделаю. Посмотрим. Не хочешь сыграть партию в гвинт?
Ну, я уже буду. Ого. Ты! Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. Говорят, Олаф два дня мяса не жрал. Никакое это не отравление и не заговоры. Гниль ему в новую одежду, как он с коня. Гниды говорят, что Рагнарёк близко. А откуда ему узнать, когда будет конец леса? Они ведь не умеют даже погоду на следующий день предсказать. Уходи! Никакие молитвы тебе уже не помогут. Ну что, паскуда? Бродяга! Головы до ног! А никто живым из садов Фрей не вернулся! Ну что ты там понимаешь? Приветствую, незнакомец! Выпей с нами! Покажи мне свои товары. Не желаешь сыграть в Гвинт? Thank you.
жизни приму. Что стало с Торгером? Чем пришел? Покажи мне свои товары. Я бы не отказался от партии в Гвинт.
говоришь тут? Эй! Чем могу помочь, путник? Ты не подстрижешь меня, волосы уже в глаза лезут. Бывай. Чтобы мне говорить, что я должен делать. Ярлы тебя королем выбрали? Я островами не владею. А вот корчмой уж наверняка. Так что успокойся. Или вылетишь отсюда с разбитой мордой. Приветствую, незнакомец. Ищешь развлечений или желаешь выпить? А какие здесь у вас развлечения? Ну, пиво, вино и сивуха. А что ты собирался в корчме делать? В ладушки играть? Не знаю, откуда ты приехал, но должно быть издалека. Ты можешь рассказать о вашем клане? Говорят, мы, люди из клана Броквард, лучшие пловцы. Мне казалось, на скеллиге все отлично плавают. Но это тебе только казалось. Плавают-то все, это конечно. Вот только на драккарах, разодевшись в тяжелые меха и шкуры. И воды касаются, разве что как у них пиво кончится в чарках. А наши ребята с малых лет прыгают со скал и ныряют, как тюлени. Покажи мне свои товары. Что скажешь насчет партии в Гвинт?
Дьявол, ты не похож на любителя поторговаться. Покажи, что у тебя есть, там и посмотрим. Бывай. Логово сирен, надо бы от него избавиться. Thank you.
Это вот тут было, люди, прямо у деревни. Спокойно. Расскажи, как все было. С чудовищами сами справляемся. О, как проклятие. А зубищу его в него? Вот так. Да ладно. В клочья. Да и сам я еле живу ушел. Привет. Ну и что? Что дальше-то? Да ничего уж. Что теперь? Это работка для ведьмака. Ну, как хочешь. В чем дело? Чудище на меня напало. На нас с товарищем. Уж мы ему покажем. Не мы, ведьмак. Да по что ж ведьмака тревожить? Это должно быть стая волков на тебя напала. А ты перепугался, вот тебе и привиделось. Сейчас пару ребят похрабрей созову и... Обойдешься. Поможешь, ведьмак? На тебя вся надежда. Эти сфарер все-таки идиоты. Ты сфарер? Далеко же ты забрался? Так вышло. Я вез кожи в Фирсдаль на обмен из Сворлога. Из Сворлога? Ты говорил, что сфарер, а Сворлог на Спикероде. Ну так сфарер, я поплыл к Сворлогу, обменял там добычу с большой земли на кожи, а потом приплыл сюда. Сфарер на Спикерок, а потом на Арцкелек. Весьма извилистый маршрут. Что ж поделаешь, купец едет туда, где выгода, а не куда ему ближе. Может, этот охотник был прав? Может, это были просто волки? Я-то знаю, что видел. Да что он может знать? Эти неумехи из Друмондов ни черта не смыслят. У него-то как раз были цвета анкрайтов. А ты уверен? Более чем. Да без разницы, этим я тоже не доверяю. Это были чудища, и мне нужен ведьмак, а не охотник. Ха. Добро, говори, в чем дело. Ехал я с приятелем сюда, в Фирсдаль, на телеге с кожами. И тут вопль! Конь как переполошится, как забрыкается, а с кустов чудища! Товарищу моему не повезло, они сперва до него добрались, а я чудом уцелел. Что это были за чудища? Никухи, как пить дать! Кто? Ну, такие, с острыми когтями и со звериными черепами на головах, стаями нападают. Накеры? Ну да, накеры! Штук 20 их было! Ну как поможешь? Перебьешь их! Хорошо бы дорогу расчистить, а то я в эту сторону скоро опять поеду. Ну, не знаю. Груз твой пропал, тебе нечем будет заплатить. А даром я не работаю. А у меня кое-чего отложено. Договоримся, сколько ты хочешь. Справедливая цена. Но так как? Я тебе помогу. Я так и знал. Все-таки ведьмак есть ведьмак, а не какой-нибудь прощелыга из Друмондов. Точнее, из Друмондов. Удачи, ведьмак. Бывай. Минутку. Где мне тебя найти? Чего? Когда я выполню задание, где тебя искать? А, ну да, ну... Тут, в корчме неподалеку, буду ждать. Да. Ладно, до встречи. У меня мурашки от одной мысли об этом плохо. Чары призраков Морзика. Любишь соленый суп? Я ненавижу. Правда говорят, что ты во время последнего похода... Вижу, ты прибыл издалека. У меня ты можешь пополнить запасы. Покажи мне свои товары. Прощай. Эй, ты!
Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. Оставь меня в покое. Ну как, дела идут? А с чего бы им не идти, если я делаю лучшее оружие на островах? Погляди, это железо вырвано из чрева горы Артфаант, где добывали руду великаны. Огонь в моей кузнице не угасает уже 6 поколений, переходя от отца к сыну. И каждый день на рассвете Хара, моя младшая, приходит сюда и роняет каплю своей крови в воду, в которой я закаляю клинки. Что нового в Фирсдале? Нового? Ничего. Это тебе небольшая земля, где что ни год все меняется. Мы живем, как наши отцы и деды. Ловим рыбу, охотимся, ходим в набеги. И так будет, пока не придет Рагнарёк. Дай взглянуть. Будь здоров. Счастливого пути. Эй! Ну и ну, ты ведьма. Рыба, рыба, нет ничего лучше. Хороший баранья отдыхал. Дашь мне это держать? Знаю я таких. У тебя дома нет. И что стало с этими парнишками с Фарер, которые пошли в руины сокровищницы? Не знаю, что-то похоже, что мы больше не видим. Только громче. Почему ты так говоришь? Сразу бегите домой. На реку постирать. А почему, дед? Гляжу. Потому что красный открыл чудовище. Может, кто рыбу потрошил? Может. Привет. Привет. Позволишь взглянуть на твои травы? Увидимся. Удачи тебе. Торгуешься со мной, Лера?
свалится вместе с конем со скалы. Давай, плотва. Послали, должно быть. Быть может, это твой счастливый день. Хорошо потратить честно заработанное – тоже искусство. Посмотрим. Будь здоров. Приветствую. Ты удачно зашел. Вчера вернулся Драккар Эйлофа Внезапного. Так что у нас есть новый товар. Хорошая добыча, говоришь? Дай-ка взглянуть. Бывай. Thank you.
Я тоже очень люблю цирь. Ты отлично об этом знаешь. Но маска Ураборуса — это не игрушка. Ты представляешь, к чему приведет ее использование? Нет, и ты тоже. Так что прекрати панику. Вас слышно на другом конце острова. И очень хорошо. Пусть весь Скеллиге узнает, что Йеннифер из Венгерберга – простая воровка. Возьми себя в руки, друид. Я ничего не украла. Я одолжила у тебя вещь и собираюсь ее вернуть. Какое великодушие! Беда в том, что маску можно использовать только один раз. Не говоря о том, что ты рискуешь похоронить нас заживо. Нас и все острова. Похоронить? О чем ты? Она тебе не сказала? Этого следовало ожидать. Согласно легенде, Ураборос создал маску, когда ревнивое море поглотило его возлюбленную. Ураборос не мог смириться с тем, что не увидит своей избранницы, и выковал маску, которая позволяет заглянуть в прошлое. Однако он знал, что сможет использовать ее лишь раз, и ждал, когда тоска его станет невыносимой. Узнав о маске, море рассвирепело и поклялось, что любой, кто использует маску, навлечет на себя его гнев. Волны зальют сушу и утопят живущих. Откуда у тебя эта маска? Моряки из клана Димун выловили ее недалеко от бездны Ньорта. И почему ты так уверен, что она настоящая? Именно так ее описывают мифы. Ты так веришь мифам? Только невежды преуменьшают их значение. И речь не о мифах, а о краже. Тебя заботит кража, а нас — Цири. Для меня Цири тоже важна. Но когда я предлагал Йеннифер другие методы, она даже не слушала меня. Говорила, у нее нет времени, и результаты ей нужны немедленно. Она вечно носится, как ошпаренная. Это правда. Но теперь у нее, по крайней мере, есть причина. И поэтому она даже не задумывается о том, что может устроить... Что? Что это? Нет! Йеннифер использовала маску. Быстрее! За мной! Надо нейтрализовать маску! Что это было? Единороги. Йен, чтоб тебе... Я понимаю, что это туманники. Только откуда они здесь взялись? Их притянула сила маски. Мышавур говорит, что маска может вызвать стихийное бедствие. Тогда хорошо, что он здесь. Он сможет сразу приступить к ликвидации последствий. Он тебе этого не простит. Я как-нибудь переживу.
И что теперь? Маска откроет прошлое, но только в определенных местах. Там, где событие оставило сильный магический след. Держи. Мне ее надеть? Да, а я наложу заклятие, которое позволит мне видеть твоими глазами. Ну, пойдем. Сюда. Первое место я уже нашла. Мы пришли. Надень маску. Что мне делать? Что это? Портал? Из него вышли двое. Женщина эта Цири. Откуда ты знаешь? Она двигалась, как ведьмак. Похоже, они пошли туда. Идем. Попробуем найти следующее место. Покажи, что умеешь. Берегись! Что это было? Нечто вроде магического взрыва. Настолько сильного, что опасны были даже его отголоски. Думаю, он и уничтожил лес. Но с Цири и ее спутником ничего не случилось. Я видел, как они убегали. Сейчас узнаем, куда. Не нравится мне это место. Мне тоже. Если кто-то оказался здесь во время катаклизма, шансов, что он выбрался живым, немного. Я понимаю, о чем ты. Но не беспокойся. Цири может о себе позаботиться. Используй маску. За Цири гнались. Видишь? Кажется, он ранил их. Но она сбежала. Снова через портал. Знаешь, куда? Магический след ведет в Велен. Ты сможешь понять, куда делся спутник Цири? Его портал должен быть рядом. Попробую его найти. Идем. Красивый бой. Один оттолкнул другого ударом мощной магии и бежал через портал. Чародей? Скорее всего. Это спутник Цири и тот, кто ее ранил. Откуда ты знаешь? Я предполагаю. Оба были в предыдущих видениях. У Цири сильный союзник. Ты знаешь, куда бежал чародей, который был с Цири? Его след тоже ведет в Велен. Но координаты выхода отличаются. Должно быть, взрыв сбил его телепортацию. Может, это стечение обстоятельств, но когда я был в Велене, я встретил Кейру Мец. Она говорила, что к ней заходил чародей, который искал Цири. Не удивлюсь, если это тот самый. Кем бы он ни был, история становится все интересней. Может, от того, в кого прилетело заклинание, что-то осталось? Погода улучшается. Наверное, Машавур поработал. И теперь он снова придет нам мешать. Ну что, вы довольны собой? Вы посмотрите, что вы натворили!
Если поиски Цири потребуют чьей-то смерти, вы и убивать начнете? Спокойно. Буря утихла, ты контролируешь ситуацию. Пока. А что будет через неделю? Или две? Прекрати истерику. Вот тебе твоя маска. Теперь она годится разве что на пепельницу. От нее больше не будет никакой пользы. Вы хоть что-нибудь узнали? О, да. Я разговариваю с Геральтом. С тобой я потом разберусь. Ну так что? Похоже, здесь было наложено мощное проклятие. Весьма правдоподобно, учитывая то, что стало с лесом. И кого прокляли? Мы пока не знаем, но Цири точно была здесь. Она вышла из портала, и с ней был маг. Их преследовали. Дело дошло до стычки. Цири была ранена, но бежала. Куда? В Велен, скорее всего. Чародей открыл ей портал, а потом расправился с нападавшим. И это все? Здесь может быть что-то интересное. Надо осмотреть еще один след. Он улетел куда-то туда. Под деревом что-то есть. Ты не могла бы... Сейчас. Крови не зарубок. Спутник Цири его... Как вы это называете? Дезинтегрировал. Замечательные латы. Но я не узнаю мастера. Я не могу сказать даже, откуда они. Наверное, потому что они принадлежали всаднику Дикой Охоты. Что? Значит, это Дикая Охота. Как я и боялся. Сначала здесь, потом на Хиндарсфьяле. Что им нужно? Они ищут Цири. Но зачем? В жилах Цири течет старшая кровь. Ее род действительно идет от самой Лары Доран. И у женщин этой линии всегда были необычайные способности. Но неужели это настолько важно? Цири исключение. Она путешествует в пространстве, здесь и в иных мирах. Расстояние не преграда для нее. И поэтому Дикая Охота так хочет ее настичь. Значит, Дикая Охота появлялась на Хиндарсфьяле? Это было недели через две после того, как здесь, на Артскеллиге, случился катаклизм. Призраки напали на Лафотон в темноте во время снежной бури. А снежные бури... Для этого времени года явление само по себе странное. Люди говорили, что призрачные всадники врывались в хаты, убивали тех, кто пытался сопротивляться. Потом они умчались вглубь острова, и все слышали их жуткий смех. Кто-нибудь выжил? С десяток женщин и один старец. Следующая остановка — Хиндарсфьяль. Я буду ждать тебя на берегу у Лафотена. Увидимся на месте. Удачи. Дайте знать, если вдруг что-то найдете.